я тебе не жена, не невеста. Очень жаль, но тебе не понять, нет в душе твоей маленькой места, чтоб огонь моей страсти принять. Не сули золотые мне ветки, мне не нужен покой, тишь да гладь. Я жар птица, и нет в мире клетки, что могла бы меня. Спасибо, спасибо, спасибо и еще спасибо-то, раз. Спасибо-то, спасибо, Григорий. Да спасибо. Как опять выбирать? Как выбирать? Последний четвертьфинал. И чем ближе к финалу, тем выше ставки. Я даже не знаю, Виктор Дробыш затаился в ожидании. Что же будет с его тройкой? Сейчас мы узнаем через мгновение. Максим Фадеев. Мне сказать, как есть или... тебе это, пожалеть тебя. Скажи, как есть. Да нет, ну я уж так. Ну, для меня это было обычно, местами фальшиво, местами неуверенно. В общем, и... я не могу ничего сказать особенного. То есть, ну, просто вот человек вышел, спел. Вот у меня такое впечатление. Неутешительный комментарий, конечно, да. Уолтер. Мне показалось, что песня немножко выше, чем голос. Голос немножко слабый у вас. Хорошо спели, очень красивые. Платье замечательное, птицы, все. А просто вот так не на уровень голос, чем вот эта песня, аранжировка. Это очень тяжело на такой иметь силу. Спасибо, Уолтер. Константин Меладзе. Мне кажется, немножко... перекричали просто, причем таким прямым голосом, без вибраций, знаете, без обертонов и так далее. Просто вот кричали, прямо кричали, кричали. Металл в голосе, а песня такая нежная, лирическая. Вот. И как-то это все не состыковалось, как видите. Спасибо.